Всем привет! В этом ролике хочу вам показать, как буквально за 3-5 минут сделать вот такую рыболовную тычку. Как всегда, из всякого хлама буду делать. Поехали! Сломалась полотенцесушилка. Сперва выкинуть хотел, а потом увижу, трубочки неплохие на ней. Вот с нее и буду делать. Отпилил вот кусочек трубки. Полотенцесушилки. Еще мне понадобится рейка. Ну и вот какая-то штуковина, пластмасска попалась под руку, вот с нее буду тоже гнуть саму подставочку. В принципе, ничего сложного. Поехали. С помощью газовой горелки нагрел пластмасску, загнул как не надо, отпилил лишнее. Делаю дальше. Дырочку просверлить саморезом, не скрепить. Почти готово. Вот эту вот штуковину на саморезик. Сейчас засверлю отверстие для крепления. Ну и практически готово. Получается, вот отверстие засверлил, здесь тоже. Сейчас саморезик кручу, вот все. Ну, собственно, вон что получилось. Кривовато, не культяписто. Зато в халяву и всего за 5 минут. Такие не жалко и потерять даже где-нибудь на рыбалке. Так что берите на заметку, кому интересно, подписывайтесь на канал. Что-нибудь еще потом придумаю.